Написание текста, подбор видеоматериала и монтаж. Без этого никуда, но сегодня речь не об этом. Есть короткая аббревиатура, понятная только работникам телевидения – АСБ. Расшифровывается как аппаратно-студийный блок. Согласитесь, понятнее не стало. Сейчас попробуем разобраться. Когда заходишь сюда впервые, создается ощущение, что попал на космический корабль. Вокруг мигают лампочки, и люди говорят непонятные слова. Справа внизу, справа, да, под декорацией, убери. Но на самом деле все не так страшно. Аппаратно-студийный блок – это подразделение на телевидении, без которого не будет картинки в эфире. Аппаратно-студийный блок состоит из непосредственно студии и аппаратной. В студии происходит съемочный процесс различных передач, а аппаратная – это, скажем, техническое подразделение, которое обеспечивает съемку этой картинки для телевидения. На нашем телеканале запись новостного диктора идет в три камеры. Все они связаны между собой и управляются из отдельного помещения, человеком, который словно дирижер оркестром руководит операторами. Для того, чтобы режиссировать со стороны, должен быть гарнитур. Это наушники и микрофон. Этим я управляю и диктором, и операторами. Они слушают меня, то, что я им говорю, и, ну, как бы... Выполняют эти действия для того, чтобы была бы идеальная картинка. Всего в команде АСБ работает 5 человек. 2 режиссера, 2 оператора и 1 звукооператор. Но недостаточно просто отснять программу. Ее нужно смонтировать. И тогда она отправляется еще дальше. Прямо сюда, на высоту 17 этажа, откуда и идет в эфир. Мы находимся конкретно в центральной аппаратной, из которой, собственно говоря, исходит эфир нашего канала. Сюда попадают готовые передачи, также транслируются фильмы, мультфильмы, детские программы. Все это приходит к нам по оптоволоконной сети. Здесь также работают звукооператор и видеоинженер, которые следят за качеством и уровнем звука и за четким распределением эфирного времени, чтобы вы всегда смогли увидеть любимую программу в правильное время. Вот такой путь проходят все программы, снятые на нашем телеканале, для того, чтобы всегда держать вас в курсе всех событий или будить вас по утрам, как это делает программа «Утро Лайт» уже 5 лет. Оставайтесь с нами!